находимся на ЖК «Панорама», которую все расхваливают. Сейчас мы посмотрим. Так, сейчас я вижу детский садик, похожий на губернский. То есть удивляться не стоит, что похож, потому что застройщик тот же самый. Ну, куда дальше? Югстроинвест Кубань. Тот же застройщик, что и у губернского. Вот такой детский садик, значит, большой он. Я его со всех сторон показывать не буду. Поверьте мне, что большой. Крупный, квадратный. Так, смотрите дальше. Вот такие же дома, как в губернском. Только в губернском поменьше. А здесь побольше. Такая дорога. Там дальше идет, не помню, какая улица, идет частный сектор. Дома стоят вот таким вот образом. Почти в каждом дворе магазинчики, аптеки. То есть здесь уже все обжитое. Вот, например, улица Восточная Кругляковская, 17-1. Так, она длинная улица, не надо удивляться, что мы вчера были напротив губернского. Там как бы такая же улица. Вот смотрите. Вот площадка там за машинами. Спортивная. Вот там детская с той стороны. Вот магнит, магазин. Так, нужно еще пройти туда вглубь. По-моему, все так скучно и тесно, и неудобно. Я не знаю, что здесь такого. Так. Добро пожаловать в кафешки в разные. Вот пиво Пятигорское. Так, вот там находится стадион. Мы потом в него зайдем. Сейчас мы пойдем в магнит за водичкой. Потому что очень жарко. И этот самый, бля. Пить хочется. Мы возьмем или мороженка, или водички. То есть вот такой магнит. Пельменная «Сытый кот». Вот такой он. Там сытый, наверное, живет кот в этой пельменной. Каждый день пельмени трескает. Детская площадка-то есть. Вот такой. А там нет. Дворик есть. Вот смотрите, здесь покрытия нет, здесь просто песок. Ну, просто кого интересует, я рассказываю. Этот район кого интересует. Вот смотрите, стоматология. Ну просто вот на каждом шагу есть такая инфраструктура, которая нужна непосредственно почти ежедневно. Вот может быть поэтому и ценится район. Вот здесь тоже тренажерный зал большой. Я вам сейчас показывала, в том дворе маленький, а здесь большой. Можно подойти поближе, посмотреть. Вот он как раз находится у детского садика, вот такого большого квадратного, с той стороны. То есть вот такой. Давайте пойдем, посмотрим поближе. Он там кто-то занимается, даже парень. Вот, смотрите, вот так. Это все застройщик от Югстроинвест Кубань. Вот, смотрите, вот такая вот. Такой большой, под ключ, закрытый тренажерный зал. Здесь серьезные тренажеры, такие посерьезнее, чем в губернском. Ну, я думаю, он его догонит потом. То есть губернский повторяет «Панораму». Абсолютно точно. Поэтому, ну я не знаю, наверное, показывать дальше не стоит. Также вот проход, такие же тротуарчики узенькие. Все точно так же. Вот такие тренажеры. Вот так. Заниматься могут. Вот даже боксерский ринг тут есть. В губернском нет, а здесь есть вот такой вот боксерский ринг. Можно тут заниматься вечером или выходные. Кто как любит.
Вообще вот это вот мне нравится. Потому что я тоже по тренажеркам очень-очень балдю, поэтому вот это бы мне был бы большой-большой плюс. Ну, остальное так, мое мнение, ну, никакого восхищения нет, вот как все восхищались, какая прелесть, как замечательно, то есть не знаю. Ну все, пойдем дальше тогда вон туда. Вот ЖК «Панорама». Жарко очень, поэтому такие поливалки везде. Чтоб зелень не засохла. И чтоб в воздухе не так было ужасно. А с этой стороны панорамы, вот это уже идет улица Героя Сарабеева. Вот смотрите. Так, это идет уже улица Героя Сарабеева. Так, и вот напротив стройка ЖК «Гарантия». Вот она так строится. Смотрите. Так, здесь все огорожено. Я не знаю, где здесь отдел продаж. Сейчас пойду посмотрю с другой стороны. Он обязательно должен быть рядом. Пойдемте. Вот мы еще находимся в одном из дворов «Панорамы». Вот такой здесь двор. Вот такая детская футбольная площадка под сеткой. Она тоже закрывается на ключ. Мягкое покрытие. То есть вон там сейчас мальчишки играют. Удобно, хорошо. Там, правда, солнце печет очень. Здесь вот такая площадка. Здесь вот такие турнички. Тоже спортивное все. Вот смотрите, здесь такие небольшие тренажерчики. Ну, не как в тренажерном зале, конечно, но... Можно здесь кое-что поделать. Подтягиваться, поджиматься, покачать пресс. И вот здесь такая зона отдыха. Здесь такие лавочки, смотрите. Так. Это теннисные столы. Можно поиграть в теннис. Она под крышей. Солнце сюда не проходит, здесь тенек, прохладненько и хорошо, можно здесь отдыхать. Ну, то есть вот так. Так, по-моему, заканчивается уже стройка этого комплекса «Панорама». Так, вот последний дом строится. Стройка идет полным ходом, кипит, рабочие бегают, краны крутятся, все отлично, все строится большими темпами, серьезными, и днем, и ночью. И вот, по-моему, еще один дом за этим домом. Вот, смотрите. И все, по-моему, пару домов осталось именно ЖК «Панорама». Остальные стройки вот эти, это уже другие жилые комплексы и другие застройщики. Вот те два зеленых, это ЖК «Возрождение». Вот еще раз, с другой стороны ЖК «Панорама». Последние дома строятся, вот они. Вот, смотрите, мы теперь зашли за этот дом. Здесь строятся другие два. Кому интересно, скажите, я пойду посмотрю. Зайду в отдел продаж, узнаю, что сколько стоит. Можно зайти прям на стройку, можно посмотреть расположение квартир. Пишите. Так, вот это зеленое, я уже говорила вам. ЖК «Возрождение». Вот этот синий стоит, по-моему. ЖК то ли «Сапфир». «Сапфир», по-моему. Да, это один. А здесь несколько. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. Смотрите туда дальше. Вот все, что зеленые, это ЖК «Возрождение». Кому нужно, спрашивайте. Так, и сейчас я зайду в один отдел продаж. Мне очень нужно зайти. Так.
Это проспект ЖК Гарантия, строительная компания. Вот смотрите. Здесь у нас они гарантируют высокое качество, надежность, безопасность, долговечность жилья, соблюдение сроков. Ну, говорят, у них они правда соблюдают сроки. Комфорт и удобство проживания. То есть будет вот такая вот, вот такая аллейка. Очень красивая. Так, вот такие дома. Сейчас я вам показывала на видео. Два дома уже построены, таких вот бежево-зеленых. И там дальше идет стройка. Котлованы, техника, строители, не проехать, не пройти. То есть я бы обязательно бы хотел бы туда пробраться, но это невозможно. То есть это будет 17. Так, это будет, наверное, по-моему, 10-17-этажных блок-секций. Жилые помещения у них идут со 2 по 17 этаж. Первый этаж у них коммерческий. Идут студии, одно-двухкомнатные квартиры. Лоджии со стандартным или витражным остеклением. То есть, чем, по-моему, с середины идут витражное остекление уже. Так, здесь рядом парк Галицкого, это сверху мы смотрим. Так, вот такое вот у них. Так, дальше. Вот так будет у них в подъезде. Так, вот так вот два лифта на этаже. Пассажирский и грузовой. Лифты у них Otis, вот такие. Окна Рихао. Кто знает, что это самый известный производитель профилей ПВХ в России. Лифты. Так, будет вот такие дворы, смотрите. Спортивная площадка, детская, футбольные поля, зоны отдыха, прогулочные бульвары, зоны барбекю, естественно. У них тут модно делать зоны барбекю. Вот так вот у них будет во дворе такая плиточка. Так будет травка рассажена, значит. Вот же, как гарантия. Вот так вот он расположен. Так, вот здесь мы сейчас были в офисе продажи ЖК «Гарантия». Вот смотрите. Так, могу ближе. Сейчас подождем, пока сфокусируется моя техника ужасная. Не знаю. Будем ждать, но почему-то ничего не происходит. Вот чуть-чуть видно. Вот детский сад, видите, написано «Магазин Магнит». Так, потом написано, так, вот краевая клиническая больница, чуть-чуть повыше. Там выше еще идет ЖК «Губернский», который я показывал недавно. Так, архитектурно-строительный техникум тут у нас идет. Табрис, ресторан «Рис». Так, потом спортивно-оздоровительный центр. Вот тут ЖК «Гарантия». Так, остановки общественного транспорта и все. То есть «Магнит», бассейн, центр грудной хирургии, технологический техникум, детский сад «Карандаш» на 1000 мест. То есть вот мы смотрели однокомнатные квартиры. Здесь самый маленький метраж 45 квадратов. Стоит 1 907 000. То есть мы могли купить поменьше. Например, 35 было бы отлично. И по цене отлично. И вообще... Так, и сдается он в конце 2018 года. Так, есть вот 41 квадрат. 41 квадрат. С 3 по 10 этажи выбирать можно, потому что два первых здесь будут коммерческие. Они стоят 1 988 000, эта квартира. Так, дальше. Вот еще квартира, тоже 45 квадратов. На том же этаже, который и первая, 45 квадратов. Но здесь она угловая, и она стоит, так, 1 970 000. Тоже с 3 по 10 этаж. Так, сейчас мы были в ЖК «Гарантия». Я вам полный отчет перезал. Вот смотрите. Тут же рядом строительная компания ССК. Вот такие дома. Они тоже строятся. Так. Вот смотрите, с этой стороны. Так, там колонны, по-моему, будет. Это какая-то
летает. Вот у нас отдел продаж ССК. Сейчас мы туда зайдем и все узнаем. Ну вот, мы зашли, узнали, это ЖК флотилия. Сейчас я вам покажу, как она будет выглядеть, когда построится. По крайней мере, обещают, что она будет выглядеть так. Следующий жилой комплекс от ССК. Флотилия. Вот они мне понравились, эти домики. Очень красивый там двор. И вообще так выглядит серьезно. Так, это 19-этажных, пока 2 дома. Должно быть 5 построены. Вот эти, которые 2 дома, они сдаются уже через месяц. Ну, естественно, тоже это очень дорого будет, потому что он уже построен. То есть здесь на этапе строительства можно взять еще за такую приемлемую цену, а уже когда сдаются такие комплексы хорошие, то, естественно, это будет дорого. Находится он на панораме, на пересечении 40 лет Победы и Восточно-Кругляковской. Там есть студии, 1-2 и комнатные квартиры. Вот. Благоустройство будет такое вот. Так, особенный такой у них архитектурный стиль мне понравился, именно вот флотилия. Точно так же на первом этаже коммерция, со 2 по 10 этаж одна цена, потом другая. Так, сейчас я вам покажу, сколько это стоит. Вот, например, 32 квадрата, стоит 1 700 000 квартира. Так, и 35 квадратов, 1 800 000. Вот она, ЖК гарантия. Покажу, там дальше все за ним дом. Так, вот 1, 2, 3, 17 этажей. Вот возле панорамы здесь. Вот все, что я сейчас вам рассказываю, показываю. Все жилые комплексы, это все в районе панорама. Ветеринарный центр в панораме. Больница для мальчиков. Кафешка «Чайка Ливингстон» называется. Тут можно отдохнуть, посидеть. Вот, смотрите. «Чайка Ливингстон». Вот она, «Чайка». Логотипчик такой. Карате Кёкушинкай. Так, туда вниз барчик. Спорт и диетпитание. Для животных все.